Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. Небольшой обзор сегодня со стройки, что у нас получилось за это время. Сейчас вам покажу, ну и, конечно, отвечу на вопросы, которые вы задавали. Так, ну что у нас тут? Гараж. По-моему, клинка не была полностью, ну сейчас здесь полностью. И электрика уже. Самое главное, у нас уже есть дверь и есть ключ. Знаете, такое потрясающее чувство, когда нам дали этот ключ, когда можно уже прийти в дом, хоть и недоделанный. Но все равно открыть дом ключом — это такой кайф. Здесь рабочая обстановка. Тёмыч, пошли показывать. Здесь у нас идет полным ходом подготовка штукатурки. Здесь уже все обложили. Сейчас осталось это закрыть. Электрика вся внутри уже. Сантехника тоже. Уже, в принципе, первый этап уже можно штукатурить начинать. Здесь вот у нас весь кабель-салат. Вот столько кабелей. Со всего дома сюда придут, здесь будет распределительный щиток. Здесь, конечно, черт ногу сломит, но электрики знают свое дело, поэтому мы оставляем это дело профессионалам. Здесь, вот как я и говорил, под лестницей мы заложили вот это, благодаря лестнице бетонной. Если лестница была бы не бетонная, возможности бы не было вот такой сделать большой шкаф. Здесь мы сейчас заложили, здесь будет дверь, и у нас здесь получается большая гардеробная, и пылесос можно поставить, и что-то, и Тёме спрятаться, если что. Здесь вот все розетки для кухни, как было запланировано, куча всяких розеток. Сейчас сам уже не помню, что для чего, но все это, для чего-то все это нужно. Здесь тоже розетки все, здесь куча. Интернет мы провели в каждую комнату и, ну, много розеток сделали, чтобы уже с запасом, как говорится. Окна, самое главное, вот окна нам уже вставили тоже. Отличные окна. Фирма Шуко. Тройной стеклопакет. Фирма Шуко немецкая, кстати, с нашего же города. Далеко везти не пришлось. Не в каждой фирме, не каждой строительной фирме такие немецкие окна есть в стандартном пакете. У нас, в нашей фирме, в стандартном пакете вот такие вот качественные немецкие окна, что очень радует. За них не нужно было сверху доплачивать. Да, Тёмыч? Вот так открывается. Пошли, Тёма, наверх. Посмотрим, что у нас сверху там. Осторожно, здесь я кабель. Папа здесь ночами работает. Делает себе свет и музыку. Я сейчас занимаюсь лично вот утеплением потолков. Потолки вот осталось доделать. Утеплили уже сейчас, фолию пленку натянули. Сейчас об решетку заклеить все. И можно штукатурить. Я не один этим занимаюсь. Большое спасибо моим друзьям, которые меня очень хорошо в этом поддерживают. Один бы это не осилил. Мы уже все вместе с друзьями весь чердак утеплили. И сейчас вот на этих выходных комнаты утеплили. И за эту неделю нам надо это все доделать. И с понедельника штукатуры заходят, и уже дом приобретет совсем другой вид. А потом полы заливаются, и полка вперед, отделка. Ну, пойдемте теперь в ванную комнату, я покажу, что у нас там новенького произошло. Мой самый-самый главный любимый проект — это сауна, который вот когда я только задумывал дом строить, я сказал, дом должен быть с баней. Дом должен быть с бабой и с баней. Это два самых важных фактора для меня. Вот она уже. Да. Вот такая вот парилочка у нас здесь будет. Здесь пока, конечно, темно, все, ничего не видно. Наверное, но здесь будет достаточно места, чтобы попариться, даже полежать и покайфовать. Так, вкратце еще хотел вам рассказать про вот что эти за шланги. Это вентиляционная система. Она идет по всему дому. Везде есть в потолке, в каждой комнате вот такие вот трубы. И везде трубы проходят в каждой комнате на все три этажа. На крыше тоже есть. В чем вообще фокус этой системы? В том, что, во-первых, у вас постоянно будет в доме свежий воздух. Вам не нужно открывать окна, у вас круглосуточно, или вы уехали в отпуск, или как, у вас круглосуточно будет всегда комната вентилироваться. Раз вы не открываете окна, значит, вам пыль, опять же, с улицы не заходит. У вас меньше пыли в доме. Если у кого-то аллергия, вся эта воздух будет заходить через фильтр, и уже аллергии в доме тоже не будет, как вот, ну, пыльцы, вернее, не будет, и аллергии, соответственно, не будет. Ну и самый еще главный плюс, то, что это очень экономично, потому что сверху будет теплообменник еще стоять, и там система такая, что с улицы, вот зимой особенно, засасывается чистый воздух в дом,
тот отработанный воздух уже грязный, который из дома, но он теплый, он будет выходить туда, через теплообменник эти теплый воздух будет обогревать холодный воздух с улицы, и чистый воздух с улицы уже будет заходить в дом теплым. То есть не как вы окно открыли, у вас пошел холодный воздух, и у вас сработал сразу счетчик на знак отоплению, что она начинает, ну, полную мотать. Здесь получается до 80% экономии энергии. Сейчас я залезу на чердак ненадолго. Вот здесь вся эта система выходит наверх. Теплообменник еще не установили. Здесь пока вот собирается вход-выход. А теплообменник станет здесь в середине. И вот туда на улицу будет выходить. Оттуда будет засасываться свежий воздух. Вот крыша здесь такая вот большая. Здесь еще планируется у нас тоже комната для гостей. Здесь будет склад. Здесь мы планируем гостевой еще сделать туалет с душем. И здесь кабинет, где будут все документы храниться. Тоже здесь окна такие до пола с двух сторон. Вот мы тоже с ребятками все это уже утеплили. Осталось набить решетку. И тоже здесь нужно будет поштукатурить все это. Ну и теперь, друзья, я хочу ответить на несколько вопросов, на ваши вопросы, которые мы задавали. Ну, один из вопросов был такой, что начинающие люди, которые только думают, мечтают строиться, вообще с чего начинать, как, с чего, какой путь. Вот я расскажу немножко про наш путь, с чего мы начинали. Вообще первое, что самое сложное, Тёмыч, и ко мне. Первое, что самое сложное в данный момент строить, и помимо финансов, конечно, если у вас вот, вы смотрите, финансы вроде как бы позволяют. Первое, самое сложное, найти грюнштук, участок. Это просто вообще нереально сложно. Это найти хороший участок, это сейчас, как говорят, это как в лото выиграть. Особенно, если вы хотите в хорошем месте, недалеко от города или в городе. Это ужасно тяжело. Годами, годами люди ищут участок. Мы тоже долго пытались найти участок, ну, безуспешно. Что-то не нравилось, что-то дорого, ну, в основном не нравилось, да, или дорого, или мы не можем позволить, или еще что-то не совпадало. Ну, потом друзья нам посоветовали обратиться в строительную фирму. Мы обратились в 3 строительные фирмы по совету друзей. Так, так, так. Одна понравилась, одна пойдет. Когда мы зашли вот в эту строительную фирму, в которой мы сейчас строимся, я как сейчас помню, мы когда оттуда вышли с нашего термина, и мы друг на друга посмотрели и сказали, мы будем с ними строиться. Вот чувство такое, интуиция, да, сразу подсказала, что вот этим людям можно просто доверять. Я не говорю, что другие плохие там или хуже, я их просто не знаю. Но я как-то доверяю своему чувству, да, вот. И я сказал, да, мы будем с ними строиться. И на первом же разговоре нам сказали, что они разрабатывают участок большой. Вот, ну, не, он небольшой, но довольно-таки большой, но под много домов здесь. Нам сразу сказали, что это будет длиться 2 года, и что это будет недешево. Но мы все равно сказали, поедем, посмотрим. Когда мы туда заехали, мы сразу таки посмотрели. И знаете, тоже вот эта интуиция, что вот оно, оно. И после этого мы еще, наверное, несколько участков посмотрели и больше даже забросили это искать. Мы сказали, все, мы здесь остаемся, мы больше ничего не хотим, мы будем ждать, пока вся эта документация пройдет, все разрешения, вся коммуникации. Это все длится в Германии долго довольно-таки. И вот так мы нашли участок благодаря тому, что пришли в фирму. И вот так же, к чему я веду, что начинающим лучше идите в фирму. В своем регионе посоветуйтесь у друзей, у знакомых, поспрашивайте, какая хорошая фирма, какой можно доверять. Идите в фирму, потому что все участки в основном, особенно большие вот такие участки, они по-любому проходят через фирму, участникам их не продают. Покупает полностью большой участок фирма, все это делает и потом нарезает и продает. Где-то маленький участочек, какой-то люк вы можете найти, конечно. Но вот такой я лично хотел именно строиться именно в большом таком гибите, чтобы, вот я сам в новостройке вырос, я только вот маленький был, и мы заехали в новостройки, получили квартиру. Я помню, это жизнь новостройки, когда все родители, все молодые там были, и нас куча ребятни, там все время мы играли возле домов. И вот как-то мне вот это чувство, вот я не хотел где-то участок отдельно, я именно хотел, чтобы было, вот все заехали. И вот у меня сейчас это чувство, мы сейчас знакомимся с соседями, тут куча детишек, все, еще пока никто не переехал, все в стройке, все равно друг другу подсказываем, друг другу помогаем, где-то после... Вечером устали, вышли вместе, пивка выпили. Это вообще, ну, супер такое общение, супер опыт. В общем, ребят, мы выбрали эту фирму
И мы остались абсолютно довольны. До сих пор фирма просто профессионально, все профессионалы, начиная от самого шефа, заканчивая всеми прорабами, кто на них работает, как они все организовывают. На фирме, на стройке всегда бывают какие-то проблемки, да. То. Ну тут достаточно одного-двух звонков, и все проблемы сразу решаются. Это очень приятно. Нам многие рассказывали, что готовьте нервы, берегите нервы, сейчас на вас такое обрушится, такой кошмар и ужас, что там и по несколько месяцев и окна ждут, и то, и ничего не делается, и все стоит, и только ходит, ругается, никого на стройке нету. Здесь такого нету. Здесь, ну, если какая-то мелочь, там позвонил, всегда есть человек, которому ты можешь позвонить, обратиться, и все, он тебе даже как психолог, даже если ты начинаешь нервничать, он тебя как психолог успокоит и скажет, все хорошо. Я, если кто-то живет в районе Билефельда, Нордрайн-Вестфален, и вот в окружности 100 километров, вы можете там загуглить, я могу рекомендовать эту фирму, с которой мы строимся. Фирма называется Concept House. Все данные я от этой фирмы оставлю под видео, их не Инстаграм, их не сайт. Обращайтесь, вас ждет классно, первоклассный сервис, просто от всей души, вот как есть, так я вам говорю. Вот за эти полгода, что мы с ними там знакомы, мы где не бываем сейчас, люди где-то нас спрашивают, с кем вы строитесь, мы говорим Concept House. Еще вот честно, ни один человек нам не сказал, что ой, что вы там, руки прочь от этой фирмы. Вот честно, кому не говорим, все только пальцы вверх. Все говорят, что самая лучшая фирма. Да, все говорят, что это самая лучшая фирма. И люди действительно следят за своей репутацией. Очень-очень развиваются и следят за своей репутацией, чтобы что о них скажут. Все, за этим очень сильно они дорожат каждым клиентом, чтобы дальше-дальше это все передавалось, и клиенты к ним прям идут. Кстати, здесь у нас еще на вот этом пустом участке, здесь еще будут строиться квартиры, небольшие дома в 3 этажа, с квартирами, с подземной парковкой. Так что если кто-то сейчас, может быть, в поисках квартиры еще, я насколько знаю, не все проданы. Открой можете окно. Также поэтому вот здесь, вот в этом месте будут строиться, где машины стоят, квартиры. Так что, если что, обращайтесь, если купите квартиру, будем с вами соседями. Друзья, еще у меня для вас классный сюрприз. Если кто-то здесь живет недалеко и соберется строиться, и обратиться для этого в Concept House, и в Concept House вы выберете дом под ключ, то вы скажите, что вы от канала Виктор Шишкин. По промокоду канал Виктор Шишкин вы получите лестницу в подарок. Лестница — это, по-моему, вообще шикарный подарок. Вам нужно будет просто позвонить или обратиться в Concept House, сказать, что вы пришли от Шишкина, и что Шишкин обещал, что вам здесь дадут лестницу. Это обещание будет выполнено. Если вы будете строить одноэтажный дом, и вам лестница будет не нужна, то вы получите на соответствующую сумму, ну, любой там какой-то соответствующий лестницу. Какой выберете сами. В общем, мне лестницу никто не дарил. Я думаю, это очень круто. Но это даже не самое важное. Самое важное, что вы получите за свои деньги первоклассный сервис. Вы будете довольны тем, что вам построили. Вам помогут найти участок. Вам помогут сделать финансирование. И вы будете довольны. Вам сохранят нервы. И вы будете довольны в доме, вот как мы. Мы еще не в доме, но уже в доме. У нас уже ключ есть. Так что, друзья, ссылочки все будут в описании. Инстаграм, Concept House, сайт. Звоните, обращайтесь, будете довольны. Мне потом спасибо скажут. Ну, еще один вопрос отвечу, который, наверное, больше всех задавали. Вообще, сколько это все стоит, да? Ну, я вам скажу, вот у нас дом где-то 150 квадратов. Нам дом просчитали без участка 350 тысяч, с оформлением 370 тысяч. И за участок мы отдали 120 тысяч. В общем, все вместе где-то 470 тысяч с гаражом, с участком. Ну, к этим 150 квадратам у нас еще, конечно, есть крыша, на которой еще, если срезать углы, еще будет 100, где-то 40 квадратов жилой площади. Это получается все вместе 190 квадратов. Ну, я считаю 150 квадратов, потому что крыша, она как бы в жилую площадь не входит. Вот жилой площади 150 за 370 тысяч с гаражом, 120 тысяч участок. Вот. Спрашивали, кто может позволить в Германии вообще этот дом. Мы простые рабочие. Я простой рабочий, у меня жена работает в роддоме детской медсестрой. Здесь вот Саня сосед, он работает на складе, жена его работает в банке. Там следующий инженер здесь работает, тоже на какой-то фирме, да, по металлу. В общем, олигархов здесь нет, бизнесменов нет. Простые, в основном простые люди работают по профессиям, там на заводах.
и как-то вот строят дома. В общем, да. Друзья, я желаю всем удачи в ваших начинаниях. Не бойтесь, идите к своим целям, стройте дома, рожайте детей. Всем добра, всем удачи, всем пока-пока, до новых встреч.